Сегодня утром скончался один из восьми пострадавших от взрыва на мукомольном комбинате в Семее, 41-летний пожарный Еркен Жолдин. Напомню, 14 мая на мукомольном комбинате во время сварочных работ загорелась пшеница и произошел сильный взрыв. Пострадали 8 человек, 6 из них с травмами и ожогами были доставлены в больницу. Состояние двоих врачи до сих пор оценивают как очень тяжелое. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Необходимый объем медицинской помощи оказывается, необходимые средства есть, достаточно. Продолжается интенсивная терапия.